решение о тех или иных стартах, которые мы планируем в те сроки, которые... Белого флага некоторые спортсмены уже сейчас заявили, там, как Елена Исинбаева, что она не будет принимать участие в Олимпиаде ни под каким другим флагом, за исключением России. Я думаю, что многие спортсмены, есть спортсмены, которые готовы идти там для участия в Олимпийских играх и принять какие-то там вещи, которые там анонсируют ИАФ. Это индивидуально. Федерация, я думаю, что будет все эти моменты рассматривать в персональном ключе. Он способствует развитию спорта, воспитанию спортсменов. Мы, являясь единой командой, все равно выступим достойно на этом чемпионате страны. Мы будем соответствовать тем критериям, которые у нас есть, критерии отбора на официальный старт. Все равно мы еще, скажем так, не живем надеждой, а живем таким, ну, уверенным чувством, что все равно кто-то поедет на Олимпийские игры на эти, кто-то из наших атлетов кого-то все-таки допустит. Мы этим будем довольны. Я могу сказать, как спортсмен в прошлом, я бы выступал только под флагом своей страны, поэтому я поддерживаю Лену целиком полностью. Тюменская область на 8-й дорожке. 400 метров мужчины, 7-й забег. Группа 49-10.